Здравствуйте, друзья! Сегодня я решила с вами вместе рассадить эту веселую семейку. Это семена я проращивала гипиаструма. Вот они уже дали по третьему листочку. Вот, не знаю, видно, нет на камеру. Ну, в общем, я решила, что им уже тут тесно. Давайте мы их разберем. Изначально выжило 9. Сейчас что-то считаю, уже 7. Может быть, кто листик скинул, да луковичку не видно отсюда. Сейчас посчитаем, сколько. Вот. Вот какая маленькая деточка. Третий листик дает. Корешочки такие вот. Малепусечные. Так, вот тоже посажу их в один горшок, чтобы по одному их не таскать. Сразу буду сажать. Так вот, делаем отверстие, заглубляем корешочек, еще длиннее надо. И деточку полностью закапываем. Деток гипиаструма нужно полностью заглублять в грунт. Так, вот один посадили. Следующий достанем. Эх, боюсь я выдергивать их. Ювелирная работа. Так, следующий. Вот такой. Такие луковички уже хорошенькие образовались. Тут третьего листика нет. Надо же, растут как хорошо. Сажаем сюда в общую большую тару. Заглубляем. Так, следующий. Кто тут на очереди? Этот вот с третьим листиком. Прям я довольна результатом. Это они у меня с какого числа растут? Так, с февраля, с конца февраля вот так они у меня наросли, выросли с семян. С конца февраля, да, где-то с 20 или с 25. Так, 3, да? 3. Вот этот крепкий такой, прям и листики у него такие прям широкие, прям длинные, самый такой крепенький из всех. Прям так глубоко сидит, урылся, закопался. И корней у него побольше. Такой прям фаворит такой. Первый-первый. Вон третий листочек у него есть. Большой листочек. Прям такой самый главный главнюк. И луковка у него побольше размером. Так. Заглубляем. Это уже третья пикировка будет. Я уже их пикировала. Два раза. Вот это третий.
Так, следующий. Какой маленький тут. Дохленький-дохленький. Ну, луковка нормальная. Как у всех. Малыши какие. Так, это какой у нас будет? Пятый. Пошел, да? Пятый. Так, заглубили. Детский сад. Здесь им, конечно, будет попросторнее. Так, пять, шестой. Шестой без третьего листика. Вот, с двумя какими корешками большими. Сажаем шестой. Не хочет садиться. Так, посадили. Ну и вот седьмой. Так, быстро освободился. Грунт легкий, отвалился сам комок. Грунт. Тут аж 4 корешка. Но третьего листика нет. Нарастет. Так, это седьмой, да? Ну вот, 7 выживших самых живучих. Ну, 7 так 7. Будем нянчить 7. 7. Так, этот заглубляем. Вот и вся посадка, вот и вся пикировка. Сегодня, сейчас я их поливать не буду. Грунт влажненький. Им это достаточно будет. Пусть они осваивают грунт, расправляют корешки свои. Вот такой детский сад получился у меня. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.